Друзья, всем привет! Вы на канале Makita PT. Мы вновь продолжаем рассматривать инструменты, которые на складе уже были. Да, в комплектации, как вы видите, с кейсом и без кейса мы ее сегодня увидим. Циркулярная пила HS6100. В целом комплектации абсолютно одинаковые. То есть вот, например, в коробке мы имеем параллельный упор металлический, документы, патрубок для пылесоса и сама пила. То же самое мы сейчас увидим в кейсе. Вот у нас также инструкция, документы, сертификат, патрубок для пылесоса, сама пила. Кстати, в обоих вариантах у пилы имеется вот здесь ключ для снятия диска. Также здесь мы видим параллельный упор тот же самый. А еще здесь имеется поддон для кейса для данной модели. Мы можем видеть, что еще несколько дисков с собой можно положить. Дисковая пила Makita HS6100 анонсирована на рынок в 2013 году. Предназначена пила для прямолинейного, продольного и поперечного пиления, а также пиления древесины под углом при наличии надежного контакта с распиливаемой деталью. При использовании соответствующего пильного полотна также возможно распиливание деталей из алюминия. Мощность щеточного двигателя данной пилы 1100 Вт. Скорость 5500 оборотов в минуту развивает данный двигатель. Максимальная глубина распила при угле 90 градусов составляет 54,5 мм. Максимальный угол скоса возможен до 50 градусов. Пила предназначена для работы с диском диаметром 165 мм. Размеры пилы 297 на 246 на 246 мм. Вес 3 кг 700 граммов. Пила произведена в Великобритании. Первым делом я, наверное, еще никогда не прикручивал патрубок для пылесоса или пылесборного мешка. Для данного действия вам понадобится крестовая отвертка. А вообще для работы первое, что понадобится, это включить пилу в сеть. Ну и воспользоваться триггерным переключателем, который находится на рукоятке и защищен кнопкой блокировки. Для изменения глубины пропила необходимо сначала ослабить рычаг на направляющей и затем регулировать ее по вот этой шкале. А данная риска, которую вы видите, является указателем. Регулировка угла наклона возможна после ослабления рычага на передней части корпуса и задней крыльчатой гайки, а также при использовании шкалы с градуировкой. Имеется стопор угла 45 градусов, то есть вот он, откидывая его, мы увеличиваем наклон до 50 градусов. Имеются также юстировочные винты для подстройки угла 0 и 45 градусов. Также можно вот этим винтом отрегулировать параллельность диска к основанию. Вообще данные настройки настраиваются на заводе изготовителя, но со временем они могут сбиться и, возможно, вам придется их регулировать. Впереди имеется визир для разметки ширины отреза, а также есть риски для отслеживания прямого положения диска и наклона в 45 градусов. Сама линейка также поддается юстировке. Диск у пилы снимается все так же обычным традиционным способом. Сперва мы берем ключ, затем кнопка блокировка вала. Конструкция задней части двигателя позволяет ее поставить вот так и удобненько откручивать. Резьба здесь у нас классическая, обычно откручиваем против часовой стрелки. Изымаем внешний фланец, изымаем диск. Диск диаметром 165 мм, ширина распила 2 мм, посадка 20 мм. У диска 10 зубьев, это достаточно простой демонтажный вариант, когда 10 больших зубьев. Для более же качественного распила, пиления по диагонали, пиления поперек волокон, лучше использовать диски с большим количеством зубьев меньшего размера. Такие диски включают в себя до 48 зубьев с данным диаметром на данную пилу. Внутренний фланец мы видим, позволяет посадку 20 мм
и 30 с обратной стороны. Собираем теми же действиями, но в обратном порядке. Ключ каждый раз необходимо убирать на его штатное место, чтобы его не затерять. Но если же вы его все-таки затеряли, обратите внимание, ключ на 6 мм шестигранный. Что касается алюминиевой подошвы, первое, что хочется отметить, это вот эти риски, нанесенные на нее. И также мы их можем видеть с другой стороны. Также и сверху, и сбоку. Отображает эти риски габариты пильного диска, соответствующие краям пропила. Данная пила также имеет функцию сдува опилок с линии реза в сторону, что тоже хорошо повышает точность реза. Данная функция направляет отработанный охлаждающий воздух от двигателя на линию реза. Установка и регулировка параллельного упора не требует никакого инструмента. Вот эти два зажимных винта работают следующим образом. Два отверстия на подошве, то есть упор параллельный может вставляться даже двойной длинный. В одно из этих отверстий мы устанавливаем наш параллельный упор и после установки нужной длины фиксируем рычаг до упора. Упор установлен, можно работать. Шнур длиной 4 метра, четкий, качественный. Его выход из циркулярки гибкий и вращается в любую сторону. Угольные щетки в случае износа меняются без глобального разбора инструмента. Доступ к ним имеется с двух сторон на двигателе. Легкость удержания пилы обеспечивается хорошей сбалансированностью инструмента, а также резиновым покрытием всех ключевых частей. Ну и, конечно, материалами изготовления. Корпус редуктора изготовлен из легкого магниевого сплава, что хорошо для долгого срока службы в том числе. Подошва же, как я уже говорил ранее, выполнена из алюминия. Приобрести любую из комплектаций данного инструмента можно на сайте makita-pt.ru. Если данное видео принесло вам пользу, подписывайтесь на наш канал, ставьте этому видео лайк и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео.